Вертолет МЧС регулярно поднимается в воздух с этой целью. Сочи – город со сложным рельефом, поэтому необходим постоянный контроль. Облетим, посмотрим, на что стоит обратить пристальное внимание в свете предстоящих паводково-опасного периода, осеннего, ну и, соответственно, летнего сезона. В первую очередь мы посмотрим городскую черту, значит, прилегающую территорию, это верховье рек, районы, где, возможно, могут сформироваться оползни и сели, посмотрим береговую линию обязательно и другие места. Эту работу мы проводим регулярно для оперативного принятия решений в случае необходимости. Также на карандаш представители мэрии берут и все выявленные с воздуха подозрительные стройки и свалки мусора. Каждый объект, вызвавший вопрос после облета, посетит комиссия.